Всем привет, с вами снова Макс. Продолжаем разработку игр и скриптов под GameGuru. В данном видеоуроке мы рассмотрим, как создавать урон от огня, урон в любой возможной области, соответственно, с демонстрацией, со скриптом, как и раньше. Для начала собирайте сцену. Я поставил particle декаль огня и оградил ее зоной. На эту зону я поставил скрипт. Называется он Fire Damage, который мы чуть позже рассмотрим. И давайте сразу перейду к демонстрации. Вот. И про алгоритм будем говорить уже при рассмотрении скрипта. Так, вот она начинается у нас работа скриптов, демонстрации. Поэтому сразу бежим к костру. И вот видите, нас... Так, стоп. Эти без зомби, что все было. Да, подыхай уже. Все. Так. Вот стоим. Видите, каждую секундочку отнимается сколько-то урона. Ну, вот, в принципе, как и скрипт работает у нас. Теперь давайте перейдем непосредственно к его рассмотрению и разборке алгоритма. Вот очень достаточно простой скрипт. У нас есть переменная local damage, которая отвечает за урон, который будет наноситься. Переменная local delay, она нужна для показателя задержки. И, ну, это переменная, просто скрипт комбинированный, поэтому эта переменная вообще здесь не нужна. Интересует только вот этот код, поскольку скрипт висит на зоне, поэтому мы должны прописать, что если игрок находится в этой зоне, то есть если он в нее зашел и находится в ней, тогда мы смотрим, если таймер нахождения в этой зоне у нас больше, чем задержка, то есть больше, чем 1 секунда, то мы что делаем? Мы наносим урон нашему игроку в размере переменной демо, что здесь может быть 50, 100, миллион и так далее. И увеличиваем значение delay на значение текущего таймера плюс на секунду. То есть вот этот алгоритм позволяет, независимо сколько вы находитесь в этой зоне, на через 1 секунду еще нанести дополнительный урон. В принципе, вот он весь скрипт. Если вот эту часть не учитывать, это здесь вообще не нужно. Вот. Вот весь скрипт, который вам понадобится для того, чтобы нанести урон ежесекундный в зоне и так далее. Ну, в принципе, это все. Всем спасибо за внимание. С вами был Макс. Всем пока.